Здравствуйте, дорогие телезрители! Это программа «Товарный экспресс». Сегодня мы с вами совершим очередное путешествие по магазинам нашего города и познакомимся с богатым ассортиментом товара. Если вы готовы отправиться с нами, тогда сядьте поудобнее и приготовьте карандаши или ручки. Готовы? Ну что, поехали! Первая наша остановка будет в магазине «Парус». Согласитесь, что домашний комфорт складывается из мелких деталей. Даже кухонное полотенце или красивый плед сделает ваш дом более уютным. Для всех, кто хочет создать атмосферу уюта и тепла, мы советуем посетить магазин «Парус». В магазине «Парус» представлено постельное белье из бязи, поплина, сатина от самых известных российских и зарубежных производителей, которое, кроме высокого качества, имеет и очень приятную цену. Порадует покупателей и разнообразие расцветок. Можно подобрать любой орнамент и рисунок, выбрать разные сочетания цветов. В холодные зимние вечера вам помогут согреться теплые пледы и итальянские одеяла любых размеров из верблюжьей шерсти и шерсти альпака. В магазине «Парус» можно приобрести и важнейший атрибут ночного отдыха – подушку из бамбука, шелка, волокна или бяжего пуха. Как правильно для сна подобрать себе подушку из огромного разнообразия форм, высот, степени жесткости и качества наполнителя, вам подскажет вежливый персонал магазина. Украсить свой дом вы можете и новыми шторами для кухни и гостиной из плотной и легкой ткани. Здесь же можно приобрести и великолепные потолочные и настенные карнизы в классическом и современном стиле. Также вас порадует широкий ассортимент обоев, керамической декоративной плитки, сантехники и многое другое. С товарами из магазина «Парус» каждый день вы будете с удовольствием возвращаться в свой маленький уютный уголок, а их качество будет радовать вас не один год. Магазин «Парус» по улице Ленина, 29, работает с понедельника по субботу с 10 до 19 часов, воскресенье с 11 до 18. Всю интересующую информацию вы можете получить по телефону 4-16-03. Если у вас перегорела лампочка, если нужен электроудлинитель или ночник, или вы меняете электропроводку, затеяли ремонт дома или на даче, нужные товары для замены или строительства вы найдете в магазине «Электротовары» по адресу Ленина 1А. Ассортимент магазина позволяет найти качественное фирменное электрооборудование любому, даже самому прихотливому клиенту. В ассортименте магазина «Электротовары» представлен полный спектр электрооборудования, отвечающий любым пожеланиям. Богатый выбор механических и электрических инструментов. Особенно вас порадует светотехника. Светильники люминесцентные, светодиодные, уличные, точечные, люстры, торшеры, бра и настольные лампы. В магазине «Электротовары» самый большой в городе ассортимент кабельной продукции, отвечающий стандартам ГОСТа и соответствующий требованиям пожарной безопасности. Для ремонта и строительства здесь вы найдете крепеж и саморезы, болты и гайки, а также индивидуальные средства защиты и многое другое. Большое преимущество магазина – многолетний опыт и индивидуальный подход к каждому покупателю. Квалифицированные продавцы помогут выбрать необходимый товар с экономией времени и средств. Магазин работает за наличный и безналичный расчет. С организациями заключаются договоры. Магазин «Электротовары» по адресу Ленина 1А работает с понедельника по пятницу с 9 до 20 часов. В воскресенье с 10 до 18. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 8 981 650 45 10. Магазин «Электротовары». Сделай свою жизнь светлее. Огромный выбор мужской, женской и детской одежды по низким ценам. Новый магазин «Эврика» на Ленина 33А рядом с гостиницей «Печора» приглашает всех за покупками. Магазин «Эврика» – это большое открытие для всей семьи. Магазин «Эврика» – это огромный выбор модной и недорогой одежды для всей семьи. Особенно богатому ассортименту порадуются окружные модницы. Здесь можно найти все – от домашней до праздничной одежды. Повседневные коктейльные деловые платья, спортивные костюмы, джинсы, яркие куртки, а также перчатки, варежки, разноцветные палантины и другие аксессуары, которые прекрасно дополнят ваш образ. Порадует широкий выбор одежды и представителей сильного пола – брюки, джемпера, спортивные, классические
тематические куртки и многое другое. Окружные мамы в магазине могут приобрести недорогую и качественную детскую и подростковую одежду. Магазин работает по адресу Ленина 33А в будние дни с 10 до 20 часов, выходные с 10 до 19. Магазин «Эврика» – это большое открытие для всей семьи. Купить товары для здоровья, красоты и многое другое можно в одном месте – на Кировской ярмарке. Ассортимент продукции большой – от меда до конфитюра. Кировская ярмарка – это рай для сладкоежек. Кировская продуктовая ярмарка приглашает всех за покупками. Попадая в зал, вы сразу ощутите аромат разных сладостей. В ассортименте мед и продукты пчеловодства от Чеботаевых, тульские конфитюры, более 28 наименований, мясные деликатесы, карамель, орехи, сухофрукты и разные соления. Ярмарка работает только с 14 по 19 ноября, ежедневно с 10 до 20 часов. В Кармановке по адресу 60 лет СССР 2А. Ждем всех на ярмарку! Дорогие предприниматели, мы приглашаем вас к участию в программе «Товарный экспресс». Если вы готовы отправиться в путешествие с нами, приходите к нам. Мы находимся по адресу Ленина 25А и отправляйте интересующие вас вопросы на наш электронный адрес reklama@trksever.ru или обращайтесь по телефону 8 818 53 217 17. Наш товарный экспресс за несколько минут доставит клиентов в ваш магазин. До новых встреч!